Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Джек Шепард и Артур. Мы продолжаем проходить Resident Evil 6 компанию за Криса. Всем привет. Да, у нас типичный момент. Нам нужно выбираться из здания, которое сейчас будет бомбить. В предыдущей серии мы, собственно, прилетели в Китай и выполняли операцию, да. Освобождали заложников. Всех освободили из этого здания, но выход завалило теперь. Выход на третьем этаже выбраться. Ну и как всегда без рук не обходится. Так, бежим, мы тут были. Так, кстати, нужно бежать, да, мы тут воевали. И куда? А вот дверь. Мы обратно бежим, да. Да, вообще просто нужно выбраться отсюда. Ой, ой. Так, все, вижу. Давай, погнали. Не могу здесь. Ой. И прыгаю направо. Еще и эти нас бьют. Так. Ну, им самим нехорошо там. Я еще успеваю бить кого. Жир. Валим. Ой, я уже прыгнуть собрался. Давай. Я уже буквально проскользил у края перед тем, как отпрыгнуть. Каман! Давай. Офигенно. Ну да. Своих в бою не бросают. Знаешь, что мне кажется? Я уверен на 100%, что Call of Duty Black Ops 2 провалится ко всем чертям. Да ладно. Уж если в обители зла такой экшон. С такой постановкой. То у меня-то автомат нормальный. Не то, что у тебя пуколка какая-то. No. Так. Ты пойдешь проверять. А, нет, ты же опытный. Я типа еще. По твоим командам. У меня, видишь, голова болит, мне нельзя. Да, иди проверяй, падай в яму. У него рука трясется, нет? Что-то потихоньку вспоминать начинаю. Вообще надо было тут, наверное, предыдущую серию закончить. Было бы, ну кто знал. Ну да. Короче говоря, выбрались. Ты посмотри, у тебя в этой голове. Как мне автомат дает, у меня меткость падает сразу. Получен именной жетон. Всю жизнь мечтал. Так, старт, окей. Пирс. Так, кстати говоря, что приобретать. Ох ты, посмотри, сколько этих ячеек. 8 штук, кажется. 8 так, штук ячеек. А их как-то можно между собой комбинировать, там, не знаю. Ну, кстати, типа 8 вариаций выбираешь по 3 штуки разных и между ними переключаешься, я так понимаю. Я пока качаю те же самые. Защита, ближний бой, огнестрельное оружие. Но у меня я не могу ничего купить, мне нужно самый меньше 25 тысяч, а у меня 9800 сейчас. Да, я вместо больше патронов дробовикам хочу что-нибудь другое поставить, так у меня нет дробовиков. Например, командная работа усиливает атаки ваших партнеров, когда вы находитесь друг с другом. У тебя 50 секунд. Агард. Короче говоря, сейчас, похоже, будет поспокойнее, потому что такой экшон бывает обычно в самом начале. У нас первая серия, на самом деле, там был перенасыщенный экшоном. Просто, блин, что только не происходило. Ну и в компании за Леона тоже там было подобное. Там и сейчас мы отделились от всех. Ну да. Поэтому. Сейчас мы вдвоем. Хотя не факт. Это же все-таки Call of Duty про биотеррористов, поэтому, скорее всего, сейчас найдем своих. Эта компания такая, массовка, все дела. Смотри, мы в прошлое вернулись на год. 24 декабря 2012-го. А, это как раз, где, похоже, собственно, и произошла эта травма у Криса Редфилда. Это место из второй демо-версии. Listen up. The BSAA, our job is to rid the world of bioterrorism. The only way we're gonna do that is by sticking together. Nobody's expendable. Exactly. Each and every one of you may be ready to die for our cause, but it's my job to make sure we all get through this alive. Вполне возможно.
suck it up, Vin. Sorry, sir. No one gets left behind. Not on my watch. Understood? Yes, sir. Vin, give us the update. Yes, sir. The gorillas are using a new species of BOW. Command is calling them Juavo. They are extremely intelligent, incredibly strong, and have the ability to mutate in response to physical trauma. All right, you know the drill. Split into three teams. Ни одного смущает, что мы вдвоем из всего отряда без шлема. Ну, я не знаю насчет тебя, но Крис Редфилд, у него слишком толстая лобная кость. Пули отскакивают от него, на врагов. Yes, sir. I'll give this everything I've got. Бедный Финн. Шайа Лабаф с нами в команде. Ну да. Ты всегда такой крутой? Всегда. Даже когда сплю. Так, ну и приготовься к бешеному мясу. Ух ты. All troops, spread out! Turn fire! Come in, HQ. We're taking fire at the two of hearts. Engaging the enemy. Здесь у нас принципиально новый вид биологического оружия. Джавы. Это такие никобелики, которые могут мутировать. Никобелики, они потому что они из Восточной Европы. Твоих мыслей не понятен. И у них кругом треники. Абибасы, все дела. Так. Хэдшот. Смотри, попадай по кому-то. О, хорошо, мне так вот зашло прям. Да, вылазь. Да ты посмотри. Где там? Да я тут разбираюсь с товарищами, они все ко мне прибежали. Я уже спереди всех убил и продвинулся немножко. Шел к тебе. Да блин, что-то. Они гораздо быстрее меня. Я пока замахиваюсь, он успевает укуркаться, я не знаю куда. Ты слишком стар для всего этого. Да. Он дуал, вот и щит. Ты смотри. А, я думаю, это работа для снайпера. Я не знаю, но мне сейчас ракета влетела. Да ладно. Там БТР-ка приехала. Все, они мертвы, остались лишь на мосту какие-то. Ага, снял одну. Меня. Лицо очень сильно даже второе снял. Все, мост чист. А у тебя плохо все со здоровьем. Да. А ты откуда видишь? Пучки не нет. А я вон там, вон, видишь, на его пушке стоял, стрелял по мне. Не, по здоровью-то. А, у тебя не красный. Ага. Когда среднее здоровье, желтенький. У меня-то ники не отображаются. Да, поэтому я тебе буду сам кричать, когда он умирает. He's the new species HQ was warning us about. Ой. Don't even phase him. This ain't our normal class. Наверх поднимайся ко мне. Куда я тут? Ой, тихо. Господа, позвольте я пробью с ноги. Господа, вы не дайте такие, не поняли. Что это за народ был? Нифига ты им свертушки. Не-не. У тебя персонаж такой. Более продвинутый в плане. А так. Ну, в смысле, более красиво дерется. Ну да. У меня так... Справа как работает, да? Да. А мне и так нормально. Так, блин. Не знаю, так темно, что я не вижу. Где ты, так, где... Вот сюда вот полезли по мосту. Да я так-то знаю, куда идти. Просто, а, блин... Ходи. Я думаю, ты рядом со мной шаришься. Это как товарищ полчаса вокруг меня. Я не выкидайся. Запомнил. Там было слишком темно. Это наша главная боль на ближайшие минут 15, наверное. Я слишком мало для этого. Офигеть, дура. Взяли Властелина колец, прям сюда закинули. О, и что делать? Куда? Вот это красный фон. Вот ряд патронов. Ладно. Ой, ой, ой. А, по-моему, пора тратить патроны. Я не знаю, по-моему, в демке было по-другому.
Да, там этого момента не было вроде как. Ты лгал нам. Ну да, все нормально. Бежим. Так, я по лестнице что-то поднялся. Ну да, да, я понял. Я в параллельном здании. Давай. Ну да, туда нам надо стрелять. Первый стрел пошел. Ну, ракетница какой-нибудь. Как же твои кулаки? Тут мои кулаки. Единственное место, где мои кулаки не сильно помогут. Ой, он ко мне подошел. Ой, стреляй по нему. Хорошо. Так, ко мне пришел кто-то. Ох, как пошел. Ой, зомби. Быстрее стреляем кто-то. О, неплохо так я внёс. Три выстрела я ему сделал. Да, в демке гораздо больше парился. Потому что к управлению не был привычен. Сейчас пара рожков, ему понравилось. Ой, куда полез. Напьются вот, блин. Без полоса точно не вроде, да? Ну, это кстати, народ говорил, что это наша БРДМ российская БМПшка. Это Кадиллак команда американская, очень похожа. Только хуже, как обычно это у них принято. У нее снизу нет дополнительных колес, чтобы убираться. Так. Я думаю, в будущем нам на какую-то скидку компания американских выигрывающих. Ну... Так-то да. Ой, так, только не дави меня, машина. А я теперь выйти не могу, потому что выход закрыт. Сейчас она проедет. Так, а я не могу никуда деться, потому что она потихоньку на меня едет. И, по-моему, сейчас она приедет прямо на меня. Блин, классно, как он пролезает тут вообще? Ну, он, кстати, очень аккуратненько проезжает. Так, он открыл дверь, он умеет. Вот эта машина, по-моему, идеальна вообще для... Для российских дорог. Да? Нет. Ну ладно, ты ездишь там. По-моему, мечта просто. Все сбилось. Так, ладно, раз ты по этой стороне, значит, я пойду на ту. Нам пробили бензобак. Я просто вижу парней в Адидасе и делаю. Ну, уже хорошо, чем. Да принято, блин, вас точно не будет. Это по мне целится снайперский прицел красный, или это кто-то из нас? По тебе. Ты обрадовал. Но у тебя же есть снайперский винтовка, стреляй в отмах. Да, просто меня как бы бьют. Ты он вообще охренел. Сзади. Встал в упор. Я только что свернул шею, по-моему, ради. Везет. Так, давай, где там снайпер? Пусть он где он целится. Вижу. А, отлично видишь. Мне прям в лоб влетело. Но как я тебе говорил, мы и без шлемов, как со шлемами. Приехали-то. Убил. Ой, еще много. Ой. Да их там до хрена. Один отлетел. Ох, ты взорвал. Спасибо за то, что... Удобнее бы это все было сделано. Думаю, на клаву. Переключаться на гранату, там... Снимаю. Надеюсь, это было вовремя. Ну, как тебе сказать? Еще одна. Ну давай, вылазь, ну. А, промазал. Хорошо. Батарейка дальше не поедет. Сейчас сломали ее. Я думал, монстр крутой. Так, сейчас спецура будет ставить. Шайл Абаф наш. Не нужно ли мне отойти? Ну я отошел.
Да нет, нормально, у него направленные взрывы. Что мне показывают взрывы? Нам сейчас нужно дождаться, пока минер будет, собственно, минировать. А мы будем, соответственно, держаться. Да. Как держишься? Хреновато. Так, ладно, беру снайперку и хватит играть уже с ним. Let's kill some bitches. Так, один убил. Там товарищ вдалеке, один из них с ракетницей. С РПГ конкретно. Ну я стреляю по нему. Только прицел так качается сильно, что по нему не попасть. Убил. Стреляешь. О, ну действительно, прицел очень сильный. Так, вот один перекатился и я убил того, который сзади. Так, тебя там не сверху пошел. Еще пришли. С ножом. О, ко мне пришел тут. Зомбятина. Так, чувак с РПГ, чувак с РПГ. Ну да. Причем он тут в упор. Он как-то там спрыгнул и по контейнеру прошел, где я не вижу. О, хедшот. Один прорывается. Я вижу, да. Справа тебя отходит уже. Тот, который по центру убил. Если успеваешь их убить, то они не успевают превратиться. О, сколько там их еще идет-то. Ёлка-лопалька. Так, давай. Еще один мертв. Почти готов, кстати, еще на самом мертв. Деле. Еще один мертв. Ой, тихо-тихо. О, тут прям рядом с тобой один. Да-да-да, откуда он взялся? Все, у меня патроны кончились. Свидания. Ох, как он порвался, классно. Так, блин, нужно валить. Все, уже почти готово. Давай, слева чуть-чуть иду. По центру-то я вроде держу. Так, что-то у него остановилась эта штука. Может, мы что-то должны сделать? Не-не-не, просто жди. Все, уходим. Нужно было его убить. Наверху коробка. Так, подожди. Что не так-то? Сзади тебя мужик с ракетницей. Я знаю, что мужик с ракетницей, но... Почему пациента не врубалось? Или его нужно было убить? Давай быстрее. Фух. Ушли. Короче говоря, вот такие вот дела. Забористый экшен. Ну да. Я думаю, сейчас нам еще с этой штукой придется повстречаться. Ой, тут еще и танки будут отлично. У меня нет патронов. Почему пистолета нет какого-нибудь? Аксис, не знаю. Нет, нет, у меня только две винтовки. Здесь ящики есть. Ну, там стрелой. Один раненый, полный, у нас врагов с танком. Стоит ли он того? Чё за танк такой? Так, патроны. Еще патроны. Шо? Сейчас постараемся вытащить, что у нас, какой выбор-то. Так, мне написали, что у меня скоро разрядится геймпад. Отлично. Так, прыгаем. Давай. О, как я хорошо. А ты как? А я по мосту пошел. А, ну ладно. О, здесь у нас волжанка стоит. Прикольно. Так. Да, блин. Ну да, конечно.
Я только начал мужикам в Адидасе раздавать пилюли. Так неожиданно, блин. Я просто покатился вниз, там еще хвататься как-то надо было. Офигеть. Блин, ну вот именно это разнообразие. Постоянно вот что-то такое, что-то новое, что еще не делал. Так. У нас тут мужики с ножами. Давай. Я не успеваю. Будь мужиком. Шайла Бафф меня вытащил. Блин, уже все, уже такой наклон был. Ну тут просто жесть какая-то. Но у тебя, по крайней мере, танка нет. Я вообще ничего не вижу. Ну подумаешь, танк. У тебя там хотя бы светло. Скотина. Все умерли. Блин, у меня танк стоит, я боюсь туда выходить. Да. Ну, по крайней мере, Шайа Лабаф под прикрытием. Так, я могу тебя со снайперки крыть, но он что мне отдает? Он мужик у танка. Упал. Тебе полегчало? Очень сильно. Да, блин. Я сейчас еще с моста рухну, нет? Ну ты не умирай. Так, ну допустим. Ух ты, я отсюда весь мост вижу. Жизнь капитана Редфилда в моих руках. Давай, у меня контрольная точка. Пойду по танк. Если там с позиции, я разберусь с грузовиком. Ну давай. Попробуем так. Где поустранять. Я попробую проломиться вперед. Давай. Так, это была плохая идея. Снял одного. Второго. Ты что-то там взорвал. Я ничего не взорвал, это танк стреляет. Ой, у него ноги, ты бы видел. Я вижу, да, они мутируют, потому что я в них стреляю, они падают, и у них ноги отрастают. Из автомата его не пробить. Мой перс говорит, мне нужно что-то посильнее. Блин, меня просто убивает. Чё мне делать? В сторону стоплива, он стреляет. Так. Блин, за мной этот придурок гоняется. Ты должен танк на себя выманить. Сейчас выманю, чё? И стрельни в цистерну. Чё мне остается, блин? Стрельни в цистерну. Я попал. Или ты? Я попал в цистерну и взорвался. Good job. Короче, как мне его выманить-то на себя, если он не едет? А он, ты когда выходишь, он начинает вперед немножко отъезжать. Я могу в прицел видеть цистерну. Ну, отлично. Давай, у меня есть 3 патрона всего лишь. Ты только выйдет, я стреляю. Может быть, если закрыто свет, не будет такого. Блин, он опять произрастает. Я поначалу-то по врагам стрелял, чтобы тебе помочь. Но у них ноги тупо отрастают, да никто не кричит с ним. Попал! Ништяк, молодцы. Хороший выстрел, Пирс. Way's clear. We better catch up with Captain Redfield. Let's go! Волдрос, ну тоже он не вырос. Да это вообще не... Там наверху, над туннелем...